Хочу поздравить своего любимого мужа с днем рождения, пожелать ему исполнения желаний, чтобы все было круто и чтобы скорее наступили выходные, и мы классно отметили. Такой вот приветик прилетел. Также вот Иришке есть привет. Привет, Лав-Радио. Передайте, пожалуйста, Наташу. Привет всей моей семьи, сестре Даше, дяде Наташе, дяде Олегу и брату Владу. Я вас очень люблю. Есть вот Танюшке еще вот такой привет. Привет, Лав-Радио. Доброе утро, Красноярск. Мой привет улетает Николаю Смирнову. С поцелуем. Есть, отметились и с этим сообщенцем. Смотрим дальше. От Романа есть приветик. Привет моей девочке Ирочке, которая сегодня немного проспала. Зая, я тебя очень сильно люблю. Роман подписался под этим сообщением. От Валентины также прилетел привет. Привет, Лав-Радио. Передайте привет Василию. Все, хватит. Убирай руку. Дим, ну...